Всем ураган, с вами привет, и неудачные катки за импостера начали проявляться все больше и больше. Но расстраиваться не надо, надо просто залететь в телеграм-канал и дискорд, которые в ссылках в описании, а я не буду вас задерживать. Погнали к ролику. Побежали. Опа. Так, камешек забрали. А вот, дракоша усап, что мне надо? А, вот это вот как раз мне и нужно. Скана у нас не имеется, походу он есть у дракоши, да? Ну все, понял. У нас два человека уже как бы априори мирные. Убили это кофе, ураган. Дамы и господа, убили кофе. Нет, а ураган. Я видел Мэткантри, кофе ты и чё? Урагана рядом. Я помню просто, я... Можете напомнить, вначале... желтый ник что означает? Камень души подобрал. Хранители. Объясняю. Вы все разбежали со спауна, на спауне остались я, ураган, Мэткантри, кофе. Они делали там... Мэткантри, кофе делали задание слева, ураган просто стоял, смотрел. Потом я убежал в офис, они втроем ушли куда-то вместе, походу. И я смотрю датчик, и кофе мертв. Ты какую-то сказку рассказывал. Подожди, когда, ребята, кто урагана сопроводил? Не видел. Дракоша, бегу спокойненько. Я с кофе пошел на камеру, чекнул камеру, потом понял, нам надо... Потом убил его и убежал. Ну, получается, так было, да. А можно просто, дает ли какую-нибудь обилку камень души, когда подбирает мирный? Нет. Он просто как хранитель. Хранитель, да. Просто ураган, скажи свой путь. Но, смотри, я выполнил задание с этими линиями, которые кораблик так протаскиваешь, посмотрел, кто да выполнил. Потом побежали мы вместе, Чупик, вниз убегаем, я иду направо, там встречаю дракошу, я встаю на телескоп, нахожу разломленную вот эту вот дракоша планетку, и потом встаю на этот. Ты видел его? А что ты саботажил? Кого я видел? Урагана, да. Мы с ним как хоуми. Понял? А там, там драгон с кем-нибудь был? Скорее всего, это Мэткантри, он кофе. Кто? А если сейчас драгоне был, ураган это не увидел? Я не... Может, драгон не затупил, не увидел. Ну, со мной тюф. Не-не-не-не-не, ураган не сказал, что меня видел. Тебя? Да. Я тебя видел как бы. Как я тебя... Ты в метре стоял. Тогда у нас круг сужается, у нас круг сужается. Это ураган! Ты отсканированное существо! Ай, чтоб тебя не пробили в пятерочке, как конченого, вот так вот мяли на кассе. Зазрительно, подозрительно, что-то подозрительно. Аси 100%. Нет, ладно, Аси, на данный момент сейчас я прощаю, ладно. Этого балбеса. И сюда иди. Вот так вот, легкотня. Все, ГГ, двери закрыты. О, нифига, в рядочек встал это так. Подожди, вот здесь вот нет. Вот здесь вот нет. Вот тут вот нет. Ранности происходят максимальные. Не, знаете что, если я сейчас нахожу труп, мне придется его зарепортить же. А в этом плане никого на камерах нет. Мэткантри, он ко мне бежит. Мне звездолет. Здравствуйте, это Мэткантри. Так, подожди. А чё никто на камерах-то не бегает? Подожди, Мэткантри бежал из вон той вот правой лабораторы. Куда-то вот сюда вот, давай вот тут чекнем. Вот тут ничего у нас нет. Не понял, чуть-чуть. Так, тут трупа нет. Странности максимальные. Либо кто-то опять боится камешки нажимать. Как бы, что вы боитесь? Камешек нажал, исчез, убежал, убил. Найс. И все. Так, Мэткантри бежал от трупа. Не-не-не, я подбежал к трупу, увидел, как Знат его убил. Понятно, это Мэткантри. Забейте, это Мэткантри. Я увидел, как Знат его убил, я посмотрел, нет ли кого-нибудь. Все понятно, смотрите. Да замолись, мы бежали. Нет, подожди, я первый раз скажу. Я просто ждал, это либо Знат, либо Мэткантри. Это Мэткантри. Я со Знатом ходил. Я с Мэткантри начнем. Давай с Мэткантри начнем, потом Знату. Да, мы Мэткантри киком, понимаете, он бежал от трупа, увидел, что я бегу на труп. И развернулся, побежал со мной. Понимаешь, что на меня подозрения были в первом раунде, я не мог сразу взять репорт. А как я мог убить? Мы вас по очереди кикаем и выигрываем. Да, все, давай, Мэткантри. Это Мэткантри, собственно. Ладно, похуй, ладно. Давайте next начнем, уже похуй. Можете объяснить, какие есть скиллы? Потому что я нажимаю на оранжевый камень. Я же объяснял. Нет, у меня не было такого. Оранжевый не работает. Я, короче, жму на оранжевый, и я в скине знаю. Понял, что ли? Я оранжевый, алло. Член, спасибо, как мне не хватает. Так, подожди. А вот эти вот три персонажа чё стоят? Странно как-то. Очень странно. Я думаю, я сейчас спалю. Знат один вроде не подбежал. Но мне кажется, Знат, ну, не балбес, он понимает. Я хочу просто с Чупиком тут постоять и посмотреть, и понять, что как. Интереснейший геймплей. Все. Тыц-тыц. Насколько... Я реально помню, только Знат не подбежал ключ делать, и все. Ну хотя, ну блин, Знат. Ну как бы уже проигрок, как бы как мы все делаем. Ну конечно, мы чуть-чуть. Ну я, ладно.
ЧСВ свое проявим, я чуть выше, конечно же. Но, как бы, ну, он должен знать то, что, как бы, ключ выполняется всеми, и надо смотреть. Хотя, мне кажется, в меня маленькую догоночку сейчас кто-нибудь да вкинь, типа, вот, блядь, ураган стоял, смотрел, блядь. А, подожди, у меня еще вот эта штука есть. Так, Чупикс. А на правой стороне кто? Тут Чупикс, Олег. Так, Аси убегает. Подожди, Мэтт Кантри не видно. Так, у меня есть скан. А ну, пойдем вниз посмотрим. У меня, конечно, там заданий нет, но я просто пробегу, посмотрю. Мне плевать на выполнение заданий в данный момент. Здравствуйте. Вот что я и боялся. Снизу, 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 снизу. А, Доми? В смысле, а, блядь, Доми? Подожди, Доми же только что был. Он только что с нами был. Саботаже, да. Направо бежал. Мы вместе с ним побежали направо. Я побежал, типа, к меду. Аси выбегал со второй руки, и Доми бежал туда наверх это ураган, смотреть. Ураган, ураган, смотри, ты сейчас пошел они... вниз в тишках. Да, я сразу там же бежал. Последний раз я круговой когда делал, я прошел оттуда, и там стоял Варпач с Драго. Оставались последний раз. Я помню. Ну, Дракоша выполнял Саймон Сейс. Скорее всего, я справа внизу был. Всю игру вообще право часть выполнял. Ну, смотри, я могу единственное сказать, что Джонни, мне кажется, мирный игрок, потому что он ходил, проверял и ждал нас на камерах с Чупиксом, думал, что мы друг друга убьем, скорее всего. Сейчас, секундочку. А-а-а. И когда я стоял на камерах, Знат тоже стоял, выполнял задание, то есть, хотя он вряд ли видел, что камеры вообще горят. Вот, а-а-а. Поэтому для меня Знат, Джонни, для меня еще Доми был мирным игроком. Да, вот. Я его на скане проверял, он мирный. Короче, тут такой момент. Получается, Варпач реально. Варпач, он убил, допустим, Драго снизу, пошел, вылез чего? Оттуда. И с правой стороны как-то где-то Доми, наверное, встретил. У нас же один Танос, правильно я понимаю? Да. Все. Двое, кто со мной были? Они были в правой части внизу. Ты их убил, справа снизу, справа снизу Драго был с тобой, так ты его убил же. Да не убивал я никого. Я просто ушел оттуда в лабораторию, и ты оставался вместе с Драго. Да не, можете выгонять, но я вам клянусь Теслой, что это не я. Да, кому ты это уже? Пошла вода горячая. Это уже жесткая, да. А вот это уже заявочка, конечно. Сейчас заходите на 5 РП. Я в скип, я в скип. Я в РПЧ. Носатый в скип голосует. Я голосовал до того, как он клялся. Да. Мы же не имеем, Кирилл, где... Ну, спасибо, пацаны, но это не я. О! Это Знат, это Знат, это значит, остается только Знат. Где Аси, 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 мне нужен. Алло, ты же, Жапоголик, мне нужен Аси. Так, не туда, а куда? А, ты у кнопки был. Зачем на кнопку нажимать? У нас же один этот Танос. У нас игра в любом случае не закончится. Да, да. Ну, я просто хотел свою мысль озвучить. Аси, ты мне нужен будешь. Если меня сейчас не кикнут, ты мне нужен. У меня есть такая мысля просто, что, возможно, Аси является Таносом, который подобрал желтый камень. Не, я же Доми на скане проверил. Ты знаешь, что на скане проверил? Кофе, знаешь, что он тут? Это может быть пиздеж. Кем проверил? Я сразу побежал на камень просто. Кем проверил? Доми со мной проверялся. Доми со мной проверил. Давай, у меня есть скан, я тебя сейчас проверю. И давай, ты поверишь хорошо, меня. Хорошо, хорошо. Так, ну, теперь смотри, я почему кнопку нажал? Смотри, говори. Почему кнопку нажал? Потому что, смотрите, если это не Варпач, то Драго оттуда ушел, Варпач ушел оттуда, и я сверху был в медицине, ураган пошел вниз, там был Чупикс, там ты подошел, Олег, и не был, следовательно, Знат. Да, вот Знат. Смотри, Знат. Не-не-не, Джонни был. У меня, смотрите, Олег смотрел на камерах, он говорит, что типа Знат, ну, плюс-минус выполнял задание. Подозрительно, у меня есть Чупикс, потому что, ну, знаешь, тоже, да, странно говоря, немного было, а что ты фкашил вначале? Радовался, смотри, что я, Танос я доверяю урагану, потому что он, когда я фкашил, не убил меня, хотя мы оставались... А ты откуда знаешь, что я тебя, блядь, пас, а? Когда я подошел к компу, ты стоял около меня, я это видел. А подожди, можно вопрос? Да, мы рассматриваем просто вариант, что у урагана и у Аси есть сканирование, их сразу отправляем, да? Вопрос. Нет, подожди, не успеешь. Блядь. Это, когда вы левый этот чинили реактор, кто был тогда? Доми, я, Чупикс, Джонни бежал туда. Я влево не чинил реактор. Самое главное, стоп. Ребята, ребята, сейчас, когда сканирование будет проходить, не стойте рядом, потому что вас кнопку союзнуть и всех убить. Я и Ася. Все, нас начало, что так вот. Нет, нас все, ББ, ГГ. Давай, вставай. Да! Подожди, уходи. Нам нельзя в одном месте стоять. Так, побежали, сейчас мы посмотрим одну вещь. Мертв ли кто-то? Так, Джонни тут стоит. У нас Олег пошел в дезинфекторку, а Аси там бегает. Подожди-ка. Вот тут вот мы бежим. И вот тут у нас кила нет. Странно. Значит, Знат себе сейчас нарабатывает имя. Странности. Вот реально странности происходят. Я не понимаю. Нет, ну что я не понимаю? Это Знат. Потому... Хотя, может, Джонни... Давайте мы вспомним курс вот этой всей штуки. Джонни какой? Он второй или третий вроде подбежал на ключи.
Блин, я не знаю. Знаете, как так-то? Как так? Ай-яй-яй, некрасиво! Давай, Знат, Альдиверчик. Кого-то убили? Знат? Знат? В смысле Знат? Подожди. Тебе так не повезло, что мы все сейчас стояли вместе? Да, мы все вместе стояли. Это реально Знат? Да. Ну мы все сейчас вместе стояли в одном месте, и ураган... Подожди, чего вдруг? Я был внизу. И чё? Только что ураган умер. Только что. И чё, мы все вместе стояли? А мы вместе стояли. Споткнулся и в лаву, да, упал? А как так? Я просто стоял на камерах, смотрел за Знатом, типа он реально стоял у здания и выполнял его. Ну то есть, типа, хотя там камера так стоит, что ты как будто не знаешь, что за тобой смотрят, понимаешь? Знаете, самый главный факт. Знат единственный, кто не выполнил ключи. Ну как бы, здравствуйте, господа, как у вас дела? У меня все в порядке, все максимально прекрасно. Идет образом максимальным. У меня вот эта вот штучка есть. Опа, выполнили ее. Подожди, а где тут камни собирать? Я просто в душе не знаю. Интересно бы узнать. О, собрал, легкотня. Первый камень имеется у Артемочки. Бежим вот сюда вот, потом вот сюда вот. Здесь все обыскиваем, здесь ничего нет. Как так? Как так? Оп, а вот так. Так вот в ямку-то можем запрыгнуть, себе позволить, как бы. Здравствуйте. Знат, иди сюда. Пойдем чинить свет. Ну, камеры это видят, как бы. Спокойно все видят. Оп, чиним свет. Ой. Да, что за желтый камень? Что он делает? О, я Знат, нихуя себе. О, камень, спасибо. Вкусный камень, очень сильный. Бля, я что-то переживаю чуть-чуть, честно говоря. Вот прям максимально переживаю, мне страшно. Очень страшно что-то сделать не так. Оп, побежали вот сюда вот. А что за оранжевый камень? А, я невидимый, нифига себе. Это Аси, походу. При мне убили. Ебать, сатана, при мне убили. Смотрите, я убежал от Аси с кофе, и они оставались вдвоем около датчика. А камеры сгорели, камеры сгорели. Теперь смотрите как. Два человека на камерах было, давай. Дайте объяснить, я на датчик подхожу. А, на камерах видели? Не, подожди, я на датчик захожу. Да я никуда не ходил, я в датчик подошел. То есть я там сначала задание сделал с карточкой, датчик открываю. Вдруг коричневый умер, говорю, в смысле? Закрывай датчик, труп кофе. А где труп кофе? Прямо возле датчика. Они на датчиках оставались с вами, это подтверждаю. Есть такой момент. Чтобы убить вас и уходил от датчика на мир. Да, я знаю, что ты меня сейчас будешь подозревать, Аси, но если что ты отошел, инвиз включил. Поверь мне. Одну секунду, подожди, пожалуйста, скажите, кто рядом с вами был. Пожалуйста, быстро скажите, кто с вами рядом был. Я только Аси и кофе видел. Аси и кофе видел. Мы вчетвером были, помнишь? Справа, снизу, рядом с Витей. Я Олега вообще всю игру не видел. Кофе стоял, кофе, да, давно было. Потом пошли в офис, вниз, я увидел Джонни, как они стоят за столом. Именно последний момент, я отбегаю от Аси с кофе, и они там остаются. Я просто испугался, что это Мэдкантри, который только что из инвиза вышел, который я увидел. Если вы его видели, то все нормально. Аси, я только что лабиринт делал, я клянусь нахуй, я только что лабиринт делал справа сверху, блядь, когда отошел от... Ладно, я... Подожди, драгоню видели? Я Дракошу один раз видел. Вообще не видел. Вот когда вы на ракете разбежались, и все, это... Просто смотрите, в чем дело. Я сейчас на столе был с драгоней, потом, типа, я не вижу драгоню, и вероятность есть такая, да. Стоп, а кто на камерах стоял? Я в доме. А с кем ты стоял в доме? Я не знаю, я не видел, я в камерах был. Он соло был. Я думал, я один, да. Так, но мы для того, чтобы сказать правду, мы должны вот эту штуку доделать. А где я вообще? Во, она у меня есть, отлично, кайф. Все, эту штуку мы выполнили. Вот так вот. Бежим вот сюда вот, собираем зеленый камень. Теперь идем сюда, прожимаем инвиз. Охренеть, 15 секунд инвиза, чё так много? Чё ты встал, блядь, не стой. Сука, ай, не успею. Я был сейчас в дезинфекции. Бля, подождите. Снизу качаю. А где труп нашли? Где труп нам? Почему Ася первым начал вообще говорить? Его труп. Подождите. Ну, скажи, труп где нашел? Ну, сверху над электричеством, ход где. Сейчас я Барбач, Аси справа были рядом со скрипом. Да, я тоже. Доми с кем стоял? Доми с кем стоял? Доми был. Где? А, Доми с вами стоял. Я с вами стоял, да, я в меди. Где? В меди, да? Да. Просто мне так показалось, как будто в доме я в мед забегаю, и ты кого-то с инвизой там вылез. Вас четверо сейчас было на лаборатории. Давайте дальше, кто еще? Я был в дезинфекции один, абсолютно один. Я сейчас стою колесико, вот это осу, водичку кручу, где под выходом из кнопки. Ну, короче... Вы поняли, там снизу где? Мне кажется, что это убийство саморепорт. Нет. Репорт, либо... Подожди. Нас,
я, давай, блядь. Я пока не токсичу Асю. Потому что люди разбросали. Не, Ася, не нарывайся. Ася и Варпач. Да. Но Доми подошел под конец. В теории, если у него был камень телепортации, то... Не-не-не-не-не. Ну это либо драка... Нет, Доми мог убить меня, когда свет был оффнут. Я его чинил, и Доми ко мне подбегал как раз. Я все думаю, что это драка. Либо драка, либо Джонни. Не-не-не, я же только что сказал, вас четверо было в дезинфекции. Как ты думаешь, как я это узнал? Ну хотя да. Я на пульте был. Окей, давайте в драка. Окей, окей. Ага. Ну ладно. А, ну ладно. Спасибо, спасибо, спасибо. Не дали поиграть? Конечно, не дали поиграть. Тут как бы здравствуйте, сама тонкость. Я реально, я что-то чуть-чуть су пока за импостера играть. И давайте мы для правдоподобности вот это вот колесо докрутим все-таки, потому что, ну как бы, мы его тогда не докрутили. Все, подожди. Вон там все справа сейчас. Мы бежим вот сюда, вот мы в дезинфекторку. Джонни, мы специально пропускаем, но мы же не дебилы, как бы. Добрый вечер, добрый здрасте. Мы бежим сейчас вот сюда вот. Тут никого нет. Ну ладно, все так уж и быть. Ну что же делать? Побежали, побежали, побежали. Хуяндок. Бля, что ты камень делает? А, все понял. Электричество гасим чуть-чуть, так в прикол. Блять, кто где? Да, канистра. Офигеть. Я справа внизу. Прикол так. В том, что я кручу камерой, смотрю, Ася выполняет. Кручу. Оп, опять попадаюсь на эту камеру, Ася уже дох. Это Bad Country. Подожди, Ася стоял где? Я его последний раз меда, видел там, вот где лабиринт делаешь. Штукой. Да. Угу. Я пробегал сейчас, ко мне навстречу бежит Джонни, но Аси был еще жив тогда. Что? Не, ну, типа, ты ко мне бежишь навстречу. Он умер прям 3 секунды назад. Я выбегаю из меда. Я выбегаю из меда, на меня бежит Джонни, и типа, Аси еще жив тогда был. Ты куда сейчас, после меда, куда ты убежал? Я пошел канистра, я на канистре сейчас стою. Ну, вот единственный, кто пошел с Аси, это был Ураган. Куда я пошел? Сейчас, я пробежал справа, мимо справа, него. Справа сейчас были я, Чупикс и Варпач. Это Ураган. Не, я подозреваю Ураган. Офигели, что ли? Я первый раз где смотрел на камерах, мальчик. Он постоянно бегал. Не-не-не, все может быть. Подождите, смотрите, как когда было... Подожди, одну секунду. Нет. Когда было убийство на электричестве, Ураган же был с вами справа сверху. Убийство было не, на левой стороне. Не, его не было с нами. Он сказал, нет, он не с вами был. Я слева снизу был, да. Он снизу крутил вентиль. Да. А, ну... И при, первом, и при первом убийстве как раз-таки был я, Ураган, Чупикс и Кофе. Да, вот если вы видели Mad Country, когда было убийство на этой хуйне... Короче, смотрите, сейчас кикаем Ураган, а потом Mad Country. Да вы чё, офигели, что ли? Олёк, блядь, куда меня? У Аси был камень жёлтый, правильно? Да, я взял его, и у меня появился, он, короче... Вот сейчас мы были с вами в этой хуйне, да, он прям рядом со мной появился. Чё, сколько у тебя камней осталось, Джонни, собрать? У меня сейчас ещё один... Я сейчас щелкну. Какая разница? Я же говорил, что это Ураган. Да, бля, да что-то я как-то это, чуть-чуть нервничаю. Первый импостер все-таки.